Девочки, Юля наша шила вот такой капюшон. Мы выкроили вот такой капюшон. Ладно, она его приоденет, и мы его покажем. Что я вот такой он. Юлечка, покажи, какой он у нас со всех сторон. Вот. Вот такой вот капюшончик этой курточки мы выкроили, да, она все окантовала. Изнаночка у нас из подкладочки, покажи изнаночку. И пришила вот сюда такую вот, как бы обтачку отлитную. Вот посмотрите на это место, да. А теперь, Юля, одевай на себя. Вот. И у нее там вшиты магнитики. Вот кто бы мог подумать. Посмотрите, легким движением руки она берет и надевает этот капюшон на себя. Он съемный, но все мучаются с кнопками, с чем попало. А Юля ни с чем не мучается. Вот посмотрите, какую она шикарную сделала обработку. И вот эти магнитики, сейчас я вам покажу. Повернись, Юлечка, чтобы мы общую картинку увидели. Поворачивайся. Вот такой капюшон у нас шикарный. Теперь опять капюшон снимай. И покажи нам, как ты пришила вот тут магнитик. Угу. Вот тут на магнитик. Плече. На плече здесь есть магнитик. Вот покажи этот кусочек, как ты его туда затолкала. Вот они магнитики. Ромашка. А чтобы они не бегали там, да? Давай, Юль, вот так подержи. Видите, она прострочила с двух сторон. Вот здесь и вот здесь. И как в кармашек положила вот такие вот магнитики. Один в начале. Потом на плечиках, один на спинке, ну и, соответственно, здесь повторила. Вот представляете, какие руки у нашей Юли. Это что за чудо такое? Это что за чудо? Юля, я вас очень люблю. Всем добра!